приехала вот такая вот Volvo замечательная. Всем к нам привет. Красивая. Приехала к нам Volvo вот такая замечательная, красивая. 460, у него застучал двигатель. Покажем видео, как работает. Потом заглох, начался на стартер, и стартер больше не проворачивался. Сейчас мы поднимем клапанную крышку и посмотрим, что там может быть. Угу. Ну, давай. Ну, будем смотреть, будем надеяться, что там меньше крови обойдется. Там как будет? Выйдет, как... Так как у Сергея в цеху нету мест, мы будем работать в другом. Ну, на канал, на YouTube. А свой вот этот TikTok? YouTube. Смотреть камеры, осматривать цилиндры. Какой пробег? 1 350 000. А год какой? 14. Друзья, посмотрите, какой чистый, аккуратный двигатель, какой аккуратный автомобиль. Видно, что за автомобилем следят хорошо. Это очень радует, когда люди так относятся к своим машинам. Ну что, по распредвалу все вроде неплохо. Целый? Да. Мостики. Сереж, а если клапан разваливается, он же проваливается по-любому? Не всегда, иногда бывает, что висит. Ну, то есть не сразу определишь, но разница должна быть. Вращает двигатель, пошел. Ух ты, ух ты. Не идет? Ага. Ни тудой, ни сюдой. В клине прям. Надо снимать поддон. Смотреть клинвал? Да. Снимать поддон, смотреть клинвал. Давай попробуем понюхать масло. Оно бы из-под клапанных крышек пахло бы. Да. Ничего? Был бы хлеб кушал бы, да? Намазал масло. Нет, просто когда проблемы какие-то там провернуто что-то, оно вонючее ставит. Да, прогорает. А сейчас не так не слышно, сильно плохо. Хоть бы только компрессор рассыпался, где-то что-то. Ну, стоит клином прям. То есть вообще. Как будто бы вот что-то прям провернуло его. Ну не зря, он тарабанил, потом тык, и тишина. Будешь снимать поддон, смотришь. Я тебе если что найду, скину что-нибудь. Конечно. Да? Да, я тряпочку не взял. Ну, такой, чтобы стружки нету. Грязь чуть-чуть внизу. Ощущается. Металлического ничего, да? Нет, прям вот именно как стружки не видать. Все очень странно, да, между прочим. Распредвал в хорошем состоянии. Что за свет как за туннеле? Есть какая-то снизу. Там просветили. А, да. Ага. А, так дофига стружки вообще пиздец. Угу. Так, сразу так сильно не видно, да, но вот эти темные прям, 6-й, 5-й. Ты имеешь про что? Коренные. Маслозаборник. На Volvo моторе 3 масляных фильтра стоит. Вот такая здесь фильтрация. Volvo.
Сейчас масло не потечет опять. Свои резиновые перчаточки не одел. Я буду опять отмываться. Опять это про масло все. Благо оно здесь не такое черное. Ой. Твою ж дивизию. Что-то в руках. Просветись. Фонарик. Я не хочу так двигатель идти ко мне ближе. Вот стружка спереди как-то похожа больше. Очень маленький шанс на победу, блин. На все будет все хорошо, но... Хочешь и корень, и шатун, или как-то там? Ну, начнем с корня, наверное, парочку. Сейчас корней скроем, потом поймем. Дальнейшем действии. Ни вперед, ни назад не крутится. Сто тысяч назад за минуту. Че, арестик? Ничего такого прям. Еще раз прокрутить. Проворачиваем, да. Не-а. Прям мертво держит. О-о. Вот. Шел чуть-чуть. Ну прям так долго. Шатун будешь отключать? Блин, попытаться как-то. Вот два болта-то я смогу открутить, а он те два. А, он же в клине, да, как его провернуть? Я не могу провернуть, чтобы долезть до него до этого, за второго штана. О, пошел. А, значит, в нем и вся проблема. Значит, правильно я его угадал. Чуйка не подвела. Или это опыт? Или это чуйка? Опытным тебя, конечно, называть нельзя, поэтому, вероятнее всего, это чуйка. Сейчас на меня обрушится шквал критики. Чтобы был опыт, надо еще лет 15 отработать. Шатун расслабил, да? Да. Ну, есть вероятность, что блок будет целый, но коленвал. Да. Но он не успел поработать, он-то быстренько так бах и заглох. А коленвал ты крутишь целый, да? Ну, он начал крутиться сейчас. Ну, я имею в виду, нету такого, как, блядь, если трещина где-то лопнула. Ну, сейчас посмотрим. А так ты не знаешь. Он же все равно стыкуется. Они некоторые у нас приезжали с поломанными коленвалами, он еще работал и ехал нормально. Но дело в том, что видишь, он уже не мог прокрутить, пока его не отпустил. Значит, вот. Второй цилиндр. Ну, возможно, это один только, который провернулся. По всей вероятности. Вот он. Скажи. Это бубен сам. Вкладыш он здесь приклеился. Почему не приклеил, да? Да, все. Приклеило полностью. А, вот, то есть это, ну, это вкладыш вообще приклеился уже к коленвалу. То есть под замену коленвал. То, что он крутится, это уже хорошо, что блок целый, скорее всего. Ну, то есть никакой коренной не будет провернутый. Ну, я, в принципе, просмотрел, замки я вижу на месте. Ну, я не видел только, да. Не видел только этот, потому что это полукольца, ну, опорные. Ну, он целый. Да, там видно. Ну, вскрытие покажет. Тут в любом случае это скрытие. Ну, конечно. А также головка. Скорее... Головка тоже ремонту требуется, клапана там и все остальное, они в любом случае направляющие. Ну, направляющие они весь надежные, а как, например, клапана это под нет. А? Под дням, например. Ну, неделя дней 10. Ну, решать вам, конечно, да. Так мы завтра отдаем, ну, завтра отдаем на снятие, они снимают, в понедельник подают его ко мне. Я его разбираю, там, понедельник вечер, вторник, я вам звоню, уже говорю, что там, почему. И финны. Ну, опять же, Малек, завод может и стоять и в Турции, и в Китае. Совершенно верно. А коробки Малек. Совершенно верно. Тут надо уже смотреть. Также ЭКС есть тоже немецкий, есть турецкий. Ну, мы пока вроде стараемся ездить вместе. Уже после разборки мы об этом смотрим. Пока надо смотреть коленвал, я займусь как раз, ну, сегодня-завтра займусь поиском коленвала, чтобы... Ну да, ремонт будет, конечно, не дешевый.
так по скидку не скажешь? Ну, я думаю, это примерно ляма точно. Мы домой, потому что у меня коленвал вернулся. Ну да, я выйду на дорогу. Друзья, огромное спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Напоминаю, что для того, чтобы новые выпуски выходили как можно быстрее, нам очень необходима ваша активная поддержка в виде лайков, комментариев, подписки на канал. Для нас это очень важно, и только благодаря этому наш канал существует. Поэтому огромное спасибо тем, кто ставит лайки, кто комментирует наши видео, кто подписан на канал. Мы вас очень-очень ценим. Также отдельная благодарность тем, кто нажимает на кнопку «Супер спасибо» под нашими видео, либо стал спонсором канала. Это огромная-огромная поддержка с вашей стороны. Мы всех вас видим, и мы вас очень ценим, каждого человека с каждой стороны мира. Поэтому, друзья, еще раз всем спасибо, и до встречи в новом видео. Новое видео уже готово и готово к выпуску, поэтому я сильно его задерживать не буду, и выпустим, наверное, уже через неделю. Поэтому берегите себя и своих близких. Всем удачи и до встречи. Разбор груз. Channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.